8 апреля на очередном заседании исполкома заместитель начальника управления экономического развития Наталья Коваль озвучила проект решения об организации оптовой торговли в ночное время суток в Белгород-Днестровском. Ну, это у нас, вы знаете, что каждый летний период сельхозработники хотят в ночное время осуществлять оптовую торговлю, чтобы, допустим, ну, вот не всегда есть места в дневное время, чтобы можно было оптовать это товар. Так, на территории автостанции с 15 мая по 30 сентября предприниматели могут в ночное время вести оптовую торговлю продовольственными товарами. Но у начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Виталия Овчаренко по этому поводу возникли вопросы. Анализирую, что у нас творится по городу, да, и со стихийной торговлей, и с торговлей, допустим, там, где вы надаете дозвола. Вот предприниматель платит деньги, да, за торговое место, там, торгует земли. То есть полностью в нарушение законодательства. Нет, я вам просто объясняю за все остальное, в том числе и здесь. То есть даже если он будет торговать с машиной, а для чего у нас тогда рынок? Вы сейчас дальше пишете по поводу того, чтобы осуществлять охрану общественного порядка. У нас на рынке для этого создано столько такой штат сотрудников, которые убирают, которые там охраняют и все остальное. На рынке есть туалет, да? На рынке есть еще какие-то там, я понимаю, за что вы берете деньги. А за что вы берете с людей деньги? Ну так поэтому на рынке есть для этого целый штат, который убирает. Больше всего Виталия Овчаренко возмутил тот факт, что торговля будет происходить на автостанции, а не на территории центрального рынка. Но у присутствующих был готов ответ на этот вопрос. Как вы заедете туда? Там же каждый, ну, на больших машинах, на прицепами. А автостанция есть территория рынка. До 5 утра она, в принципе, свободная. Это их право использовать. Также начальника отдела полиции интересует, почему охраной площадки должны будут заниматься его подчиненные. Если это территория рынка, пусть охрану общественного порядка осуществляет охранная фирма, которая осуществляет охрану порядка на рынке. Обсуждая вопрос охраны общественного порядка, мэр города Алла Гинак затронула тему парковок. Тем самым напомнила, что контролировать нарушителей должна полиция. Без проблем. Ну давайте внесем изменения, чтобы нас там не было. У нас очень много вопросов по этому поводу, по поводу охраны общественного порядка, и по поводу несанкционированной торговли, и по поводу парковки по всему городу. Понимаете, постоянно тыкают именно меня почему-то, понимаете, что я как мэр не обеспечиваю порядок в городе. А мы обращались неоднократно, и вы говорили, что будут проведены хоть какие-то мероприятия по поводу того, чтобы эти машины убрать. Мы же обсуждали эти вопросы. Ну так объясните. Люди не знают, вы объясните. Да, но я вам объясню. У меня сейчас на данный момент, после переаттестации, осталось два сотрудника. Я в курсе, ну, так о чем мы вот говорим? Вы им объясните. Ну, сейчас исполком и пресса здесь присутствуют. Объясните, почему вы не можете осуществлять охрану порядка в городе? Когда мы осуществляем, мы каждый день. Ну, к сожалению, никто не видит ни патрульных машин в городе, ни машины, которые паркуются уже, можно сказать, под окнами. Уже скоро будут квартиры заезжать к людям, понимаете? Вот что творится. Ну, это есть проблема не только в Белгороде, это по всей стране такая проблема. Поэтому, как бы, я думаю, что какой выход уровне из этого положения? Да. У нас приезжают туристические сезоны. Но мы не можем изменить законодательство. Значит, мы должны тогда принимать решение, нужно озвучить это как глобальную проблему, и нам нужно решать. Раз милиция нам не помогает, значит, тогда мы должны рассматривать этот вопрос, вносить деньги в бюджет и содержать свою отдельно муниципальную милицию, которая конкретно будет заниматься, из которой я как мэр могу потребовать то-то, то-то. Давайте мы тогда это озвучим, и вы конкретно скажете, что у нас, да, проблема, у нас забрали полномочия, у нас нет законодательства, позволяющего убирать этот транспорт. Понимаете, даже то, что мы сделаем три парковки, все прекрасно понимать, что здесь мы будем собирать деньги, а по всем остальным улицам будет все забито машинами, под знаками, под инвалидными, на тротуарах, где угодно. Мы эти тротуары делаем, эти водители приезжают и их просто гробят на глазах, эти тротуары. По словам Аллы Федоровны, у охранников рынка нет таких средств защиты и полномочий, как у сотрудников полиции. И в экстренной ситуации они не смогут в полной мере защитить людей. В итоге проект решения о ночной торговле утвердили, а корректировки по поводу парковок обещали внести. Насколько быстро решится этот вопрос, узнаем вскоре. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.